С 26 октября изменится график движения поездов казанского направления Московской железной дороги. Изменения графика связаны с развитием инфраструктуры на станциях Раменская и Люберцы 1. Так, на станции Люберцы с 0.40 26 октября до 0.40 28 октября, а также в те же часы с 9 до 11 ноября будет вестись капитальный ремонт третьего главного пути. Всего здесь планируется обновить 4 километра дороги. На период работ движение поездов организуется по соседним путям, что отразится на расписании. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Часть поездов проследуют по укороченным маршрутам, часть выведут из расписания. Поезда МЦД-3 будут курсировать с увеличенным интервалом. Некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам от и до станции Быково и остановочного пункта Панки. Пассажиров просят заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.